Новая детская площадка, летний амфитеатр, спортивный уголок и зона для пенсионеров. Все это совсем скоро появится в единственном моногороде Карачаево-Черкесии. Благоустройство зоны отдыха в Медногорском собираются завершить до конца лета, а пока работа тут просто кипит. В рамках программы «Комфортная городская среда» у нас идет второй этап благоустройства детской площадки, детского парка. Сейчас мы сделали уже детскую площадку, покрыли ее травмобезопасным покрытием. Работы ведутся по строительству летнего кинотеатра, летняя площадка кинотеатра. Поставили тренажеры, на которых будут заниматься и взрослые, и дети. Еще планируем доделать на детской площадке зону для пожилого населения. Яркая, комфортная, а главное, безопасная зона детского отдыха. На территории парка планируется установить около 16 видеокамер. Безопасный город, которые не только смогут уберечь его от вандализма, но и обеспечат безопасный отдых для жителей поселка. А 36 инновационных фонарей позволят комфортно проводить свободное время в парке даже в темное время суток. Проект делала наша жительница. Сейчас она работает в городе Краснодаре, Левченко Ксения. Что-то мы меняем, что-то мы добавляем, но это был ее дипломный проект. Я думаю, что что-то удается, что-то мы делаем свое, смотрим новое. Ну, интересные вещи получаются. В соответствии с намеченным графиком работы завершатся к 1 сентябрю. И День знаний местные школьники смогут отметить в новом парке отдыха, помимо которого в Медногорском уже благоустроено 34 дворовых территорий. Мария Рипала, Саид Исмаилов, Архыз 24.